Сегодня у нас в гостях ставищий Виктор Хименко. Виктор, расскажи про себя то, что ты вважаешь потрібно про тебе знать. Спочатку біографія. Родился в Ленинграде, ныне в Санкт-Петербурге. Там же ходил в садик, закончил школу, закончил училище, поступил в техникум, ушел в армию, вернулся, закончил техникум на экономическое. Ну, поработал в некоторых структурах, в частных, поработал в государственной администрации, потом поработал на рынке старшим администратором. Впоследствии, как говорится, после часть своей закрытия рынка, решил вернуться опять в экономическое направление. Пошел, закончил институт. Ну, и сейчас работаю в аудиторской фирме помощником аудитора. Это если так в части своей, по, как говорится, более официальной части. Да? А то, что касается, скажем, из биографии, почему оказался здесь, ну, здесь оказался потому, что у меня жена из Ставищ. Поэтому каждый год приезжаю сюда, в это красивое место, своим друзьям, кумовьям, родственникам. Ну и прекрасно провожу время. Как в рабочем порядке иногда, как и у всех, огороды, да некоторые строительные моменты. Ну а также, вот, проводя время вот в таких вот прекрасных местах, как этот парк. Ты сказал, что твой дед, что прадед? Дед, да. По линии деда, у меня фамилия Хименко, он из Бердянска. Честно говоря, так как у меня мать с отцом была в разводе, вот по деду информации сам лично общался, видел его, конечно, неоднократно, но, может быть, не так много, чтобы слишком хорошо об этом рассказать. Знаю, что учился там, закончил там школу, у меня есть его сохраненный, говорится, школьный аттестат, такая большая простыня на русском и на украинском языке. Закончил, по-моему, в 38-м, если не ошибаюсь. Ну, а после войны уже, Второй мировой, уже каким-то образом, ну, как оказалось в Санкт-Петербурге, в принципе, понятно. Моя бабушка тоже по отцу, она была при одном, по-моему, политработнике и перемещалась. Ездила, ну, она была обслуживающей, она не относилась никаким образом к самой политической системе того времени. По-моему, смотрела за детьми, если я не ошибаюсь, вот, в этой семье. Поэтому сперва были в Москве, потом впоследствии переместились в Ленинград. Как появилось твое захоплення историей Ставища? Ситуация была очень, говорится, с одной стороны, изначально банальной. У детей две родины, говорится, детей родина Украина и родина есть Россия, да, говорится. Не будем говорить, где там малая, где большая родина разделять, я просто говорю две родины. Вот, и в них есть конкретные места, есть место Санкт-Петербург и есть место Ставище. Я называю его местом, так как оно называлось раньше, пускай сейчас оно считается поселком, но тем не менее. Местечко, да. Пускай будет небольшой городок, местечко. И так как по Санкт-Петербургу, я еще раз говорю, мог бы рассказать достаточно много что своим детям. Ну, конечно, о Санкт-Петербурге рассказать все вообще невозможно. Это, я не знаю, там можно только выбирать какие-то определенные участки, говорится, и по этим моментам как-то, может быть, разбираться более подробно. Но основные какие-то, может быть, там дворцы, достаточно известные площади и так далее, ну, рассказать мог. По Ставище рассказать было немножко сложновато. Вот. Так как спросил у своих, опять же, может быть, там, друзей Камовьёв, говорится, расскажите что-нибудь про Ставище. Все, что мне рассказали про Ставище, то, что Ставище это ГАВ Броницкий, то, что есть больница, то, что, возможно, там осталось что-то, говорится, музей, может, там часть дворца. На этом информация закончилась. Поэтому пришлось пойти немного самостоятельным путем, сходить изначально в музей, послушать, что немножко здесь рассказали. Информация, как бы, все-таки посчитал, что, ну,
на тот момент она была не столь, может, глубоко историческая, может быть, так мне говорится, не совсем, может быть, повезло в тот момент с тем, кто меня проводил по музею, но я посчитал, что нужно посмотреть что-то самому. Решил забраться в интернет. Ну, и могу сказать, что интернет лет где-то так 11-12 назад, история и та вещь, ну, явно нас не баловал. Потому что было все, что было, это было в основе своя официальная часть, которая была сброшена на официальных сайтах, одинаковая, достаточно сухая, в общем, неинформативная. Ну, решил попробовать посмотреть сам, покопаться, что-то, какие-то вещи, документы. Опять же говорю, так как открытой информации, просто выложенной текстовой не было не так много, то решил пойти какие-то книги, какие-то, может быть, возможно, архивные документы к тому моменту, которые уже были выложены. Там тот же там архив Юго-Западной России, были все тома, уже можно было понаходить. Был сайт такого священника Кротова, он, кстати, до сих пор Кротова, библиотека Кротова существует. Вот, там были интересные материалы, книги. И начал что-то смотреть. И когда начал смотреть эту информацию, обнаружил, особенно по 17 веку, очень много информации официальной недостоверной. Ну и как-то, если говорят про каких-то там Ружинских или Хаткевичей, князей, а по ним информацию находишь, что они вообще жили в других местах, владели другими местами, и вообще это относится к ставище, которое находится в Житомирской области, то как бы недостоверность, она подтверждалась сама собой. Потом, опять же, говорится, покопав по ним, говорится, побольше материала, понимал, что в действительности так оно и есть. Просто наши историки, которые в свое время составляли историю мест и сел Украинской СССР, походу сильно особо не заморачивались. Ту информацию, которую находили со словом «ставище», не вникая даже, что, говорится, и в Киевском воеводстве, и в Белоцерковском староствии ставище было не одно. Это никого особо не волновало, так как те ставища, которые были, они были более, ну, не такими значительными, как это, гораздо меньшим по размерам, да и не уверен вообще, что о существовании их они даже, может, и догадывались. Поэтому вся информация была выложена в одну кучу. Ну вот, к сожалению, ошибки были, и ошибки передавались из года в год. Ну и, к сожалению, их не проверяли. Воспринимали как есть, считали, что все хорошо и достоверно. Ну, пришлось маленько покопать. Ну и постепенно, когда начинаешь, говорится, собирать материал, начинаешь, что называется, вникать в тему. Вот, поэтому многие события становились, которые находил новую информацию, более интересными. Происходила связка одних событий с другим. Ну и как бы так, потихоньку, вот. Как ты систематизуешь информацию? Ну, систематизация информации пока на сегодняшний день немножко хромает. Да, есть сайт, бывший сайт Ставищенской селищной рады, на котором собирал всю информацию на форуме. Сделаны были некоторые разделы. Согласно этих разделов пытался информацию более-менее, говорится, распределять, чтобы было удобнее ее искать, читать. Но вот как бы систематизировать в единую часть пока, наверное, полностью не готов, так как есть еще некоторые исторические провалы, которые нужно собрать, найти, постараться их найти. Ну и тогда уже можно будет попробовать что-то систематизировать, если не в книгу, на что, конечно, я не писатель. Не совсем готов, но хотя бы в какой-то, может быть, и небольшой исторический очерк, более, скажем, по факту, говорится, со всеми ссылками, хотя бы на те источники о том, что это, говорится, информация не пустая, а то, что информация взята, откуда она взята. Если эти книги, значит, книги, если архивы, значит, архивы, везде должны быть сноски. Я вот почему, говорится, очень уважаю многие вещи, как у Владимира Перервы, потому что вся информация, которая у него существует в книгах, везде есть сноска. Откуда, что взято. То есть есть подтверждение. Официальное, скажем. Ну, иногда неофициальное. Иногда бывают, конечно, какие-то вещи,
беру со слов людей, со слов жителей. Это тоже очень помогает. К сожалению, много тоже информации и у людей утрачено. Стариков, которые там, скажем, помнят начало века и даже хотя бы время до Второй мировой войны, не так много осталось. Ну, как-то что-то собирается понемножку. Надеюсь, что со временем и моя информация, говорится, пополнится для себя лично. Ну и постараюсь, разумеется, поделиться со ставищанами. Ой, может быть, интересно. Яка частка истории за хук лет тебе найбільше? Разумеется, 17 век. 17 век, потому что... Эй. Да, и этот эпизод в том числе. Там несколько периодов по годам, которые можно пока сказать. Я говорю, для меня на сегодняшний день Ставище – это как Ставище, именно как городок, не как, может быть, какой-то там, говорится, хутор, небольшое поселение, слобода, что-то такое, не до конца сформированное. Появился именно с 1635 года, когда Баплан, находясь на службе Речи Посполитой, строил различные укрепления. Одно из укреплений, по всей видимости, было поставлено здесь, именно практически вот в этом месте, где мы находимся, может быть, чуть-чуть, говорится, дальше, ближе. Мы в парке. Да, мы в парке, говорится, улицы Сергея Цимбала, примерно на пересечении улицы Незалежной. Примерно там он стоял изначально фортица сам, говорится, можно так сказать, замок, который, конечно, был не как у нас в западной части Украины, каменный. Здесь ставилось все деревянное, дерева, слава богу, здесь хватало, лес был большой. Тот лес, который вот называют там Снежецким лесом, и, говорится, дальше, по всей видимости, был одним большим лесом, который у нас в иллюстрации 1122 года называется Богатырский лес. Вот. Поэтому делались, все делалось со срубами, чистоколами, так называемыми городними. Вот. Был сперва замок, который стоял на дороге и контролировал дорогу из Белой Церкви, из Титиева на Умань. То есть нынешняя вот дорога фактически на Раскишном. Впоследствии вокруг, как и многих других укреплений, так как приезжали сюда уже служивые, говорится, семьями, уже начал строиться сам город. Город состоял, говорится, из двух частей. Первая часть вот перекрывала, опять же, немножко уходя за Сергея Цимбала, по парку, в парковой зоне, не доходя до санатория, вдоль ставка уходила и примерно шла, говорится, со стороны чуть дальше круга, нашей, говорится, центральной там, площади кругового движения, уходила в сторону набережной улицы нынешней, немножко наискось. Впоследствии Ставище разрасталось и был пристроен второй город. Второй город, ну, город это, конечно, опять же, это просто условно, это городни, внутри которого находились дома, жители, там церкви находились, которые было в тот момент, ну, на середину, по крайней мере, 17 века было 6 церквей. Одна соборная церковь и 5 церквей поменьше. Сам город доходил до реки Попрожна, об этом, конечно, название мало кому может что-либо говорить. Это та пустая река, которая вот проходит у нас около танка, которая только вот весной буквально наполняется немного водой. Ну и раньше, по всей видимости, она была такая же неполноводная, поэтому называлась Попрожна. По-русски Порожня, по-украински Порожня, то бишь пустая. Это то, что мы имели примерно на середину 17 века. Также интересное, конечно, событие в 17 веке, это 1644 год, первая битва под Ахматовым.
которой, кстати, очень хорошо описана и первая, и вторая битва Степаном Горошко в книге «Простор и час». Те события, когда и здесь останавливались войска. Кстати, в 1644 году еще проездом до битвы у нас был король Станислав Август, будущий король Речи Посполитой. Интересен 55-й год, Дележепольская битва. Опять же, потому что с этим, говорится, событиями связано далее идущие события. После Дележепольской битвы, которая состоялась где-то примерно под Крещение, в январе месяце, ну, может быть, ближе к февралю, чуток, вот, когда стояли очень сильные, говорится, морозы, после этой битвы в Ставище собралось очень много населения с округи, которое боялось, что татары с поляками могут сделать еще, опять же, наезды на их поселение хутора-фольварки, которые к тому времени уже располагались вокруг Ставища. Как я предполагаю, итогом того, что Ставище оставаться все равно было немного опасно, не знали развития событий, часть людей во главе с Герасимом Кондратьевым, который, я все-таки считаю, что мог быть не именно ставищанином, а мог прийти вместе с Богданом Хмельницким как раз на битву, которая впоследствии называлась Дрежепольской. Зная дорогу через Днепр, а пришел Богдан Хмельницкий именно с той стороны Днепра в Ставище, повел людей на новые земли, так называемые слободские земли, которые находились на левой стороне Днепра. Вот. Так как морозы в 1655 году были довольно-таки сильные, Днепр, по всей видимости, был замерзший, через Днепр переправиться было зимой не так легко, было порядка 9 переходов в районе порогов. Ну да. На реке Сумка был построен город Сумы. Город был построен по подобию Ставища. Если посмотреть внимательно, особенно старое описание старого города Сумы, то он был также поставлен на возвышенности. Как я понимаю, также на левом берегу реки. И вообще многие вещи были похожи, говорится, взяты на подобие Ставищ. То есть фактически в определенный промежуток, говорится, времени он очень напоминал старые Ставища. Поэтому город Сумы можно считать в своем роде по 17 веку побратимом Ставища, город, который повторял его. На заднем плане мы видим Гнилой Тикич. Что можно сказать интересного о нем, это то, что в 17 веке еще Гнилой Тикич считался судоходным. Конечно, надо понимать, что здесь не было каких-то больших кораблей и пароходов. Проходили наверняка суда с низкой посадкой, какие-то плоскодонки. Хотя о том, что Тикич был судоходным прямо до Ставища, вопрос достаточно сложный, так как став на то время был уровнем гораздо ниже. Потому что если посмотреть, опять же, вот уже гравюру осады Ставища в 1664 году, то мы можем увидеть, что вот дорога центральная, которая, говорится, Сергея Цимбала, она повторяет точно так же. Ну, я не буду на гравюре показывать, здесь немножко картинка все-таки будет мелковата. Дорога повторяет сегодняшнюю дорогу, то есть проходящую, по крайней мере, от больницы, и до церквушки напротив базара, она повторяет дорогу один в один. Далее левого поворота на Таращу не было, так как и Таращи не было, это было какое-то небольшое урочище, которое, в принципе, никому было не интересно, и никто туда особо и не двигался. Как я уже сказал, основная дорога была у нас перекрытие дороги на Умань, нынешняя дорога на Раскишну. И участок дороги раньше был прямым. То есть у церквушки не было этого поворота налево, а дорога шла прямо. Проходила через ставок. Как у нас дальний-то ставок там? Ну, не любительский же он, этого рыпромхоз, да, как там называют у вас там его? Рыпромхоз. Вот.
и уходил как бы вот практически прямой дорогой на Гесиху. То есть дорога была практически прямой, этот участок. Над Гнилым Тыкичем, вот в сторону Гесихи, был, так называемый, судя по гравюре, по описанию, по экспликации, был какой-то откидной мост. Или мост, по крайней мере, который хотя бы каким-то образом маленько там, по всей видимости, откидные ворота. Что-то, короче говоря, то, что каким-то образом приподнималось и ограничивало, по всей видимости, въезд в город. Что касается самой битвы, про нее слишком долго рассказывать не буду, скорее перейду к итогу битвы. Первая, как говорится, битва 1604 года была закончена в начале, по всей видимости, октября, когда ставищане сдались, так как город был фактически разрушен, продовольствия не было, поставки не осуществлялись, так как Чернецкий приказал татарам сжечь все окружающие хутора, говорится, фольварки, которые были, возможно, был летом и уничтожен, говорится, выжжен урожай. Город был практически разрушен, почти все дома были разрушены, либо сгоревшие. Второе, потом в ставищане перед Рождеством где-то было поднято восстание. Вот, перебит был польский гарнизон, который остался здесь. В итоговой части Чернецкий послал сюда Маховского, где-то с 200 солдат. Они были разбиты на голову, сам Маховский еле спасся. Ну, Чернецкий решил попробовать зайти сюда с боем, что ему вполне удалось. Ставищане не были к этому готовы. В итоговой части за то, что, говорится, был поднят второй раз бунт в Ставищах. 1665. Уже начало 1665 года. Чернецкий приказал Ставище сжечь, а людей казнить. Некоторые историки говорят, что это коснулось даже младенцев. Всех. Все были, говорится, уничтожены. Хотя, опять же, все это вопрос очень такой интересный. Дело в том, что после того, как Ставище было разрушено еще осенью, я считаю, что некоторые из Ставища ушли. И именно этот год можно считать, возможно, можно считать годом основания некоторых сел. Так как люди ушли из Ставища. Но почему делаю такие выводы? Выводы я делаю на основании того, что у нас есть список жителей Ставища, которые приняли присягу царю Алексею Михайловичу в 1654 году. Там есть фамилии. На сегодняшний день эти же фамилии существуют в Ставище. Исходя из того, я считаю, что часть людей из Ставища в 1654 году ушла. Были, как говорится, здесь казнены далеко не все. Но так как место хорошее, земля урожайная, люди сюда вернулись опять. То есть, хоть Ставище считалось не городком, а пустым местечком, оно фактически свое существование не прекращало. В конце 17 века здесь, ну, кроме казаков, хотя, опять же, говорю, что наверняка и каких-то, может быть, части местных жителей ничего особо, говорится, не было. То есть не было каких-то больших существенных построек. Не восстанавливались какое-то время, может быть, или были, но не знаю, в каком там виде, говорится, церкви или церковь, в которой наверняка, конечно, не прекращалась никогда, говорится, деятельность. Проходили всегда здесь службы. Может быть, часовенько, но что-то, короче говоря, здесь в любом случае существовало. Начало 18 века, ну, достаточно у нас мало известное для Ставища, хотя понятно, что Ставище понемножку строилось и возрождалось. Мы уже можем перейти до старосты Мнишика в Любомирск, это Белоцерковском старости. Вот, который здесь уже делал постройки, который, кстати, вернул ставищанам
статус свободных людей. Он посчитал, что улица Ставище были городом свободным. Об этом у нас, опять же, перепись говорит 1654 года, когда в Ставищах был у нас войт, буртмистр, писарь и некоторые другие должности, которые говорят о том, что в Ставище было либо, по крайней мере, были признаки либо магдебургского права, либо какого-то другого самоуправления, потому что в Украине было самоуправление не только магдебургским, были и другие виды самоуправления. Поясни доступно, коротко, чому, по-твоєму, не існувало Любомира тут, на території розкішного Ставища? Є, скажімо, определенні легенди, але не всі легенди були повністю безосновательні. Я не говорю о том, что Любомира здесь не было. Этого я не утверждаю. Но утверждать о том, что он здесь был, я также не могу. Более-менее широко про Любомир мы узнаем впервые у Лаврентия Пахилевича в его сказаниях о том, что было судебное дело, в котором ставищане ссылали, что они раньше, говорится, на другой стороне, на правой стороне Гнилого Тикича был город Любомир. Впоследствии как бы Любомир был татарами уничтожен. И ставищане уже на левой стороне Гнилого Тикича поставили новое поселение. Но при этом некоторые документы того судебного дела сохранились. И в тех документах можно увидеть, что Любомир как таковой, какой-то Любомир, а не конкретно, который находился, может быть, здесь, существовал в 1644 году. И принадлежал он кому-то из князей Заславских. По всей видимости, если посмотреть историю, это был именно Доминик Заславский, так как род Заславских в 17 веке уже, к сожалению, угасал. У многих не было и заславских детей. И какие-то были, говорится, не сыновья рождались, дочери, поэтому выходили замуж, была смена фамилии. В общем, род Заславских угасал, поэтому предполагать можно, что это был именно Доминик. Но в 1644 году однозначно понятно, что уже существовало Ставище. Два населенных пункта существовать рядом с собой, конечно, могли, но ни о какой информации, ни о каких источниках они рядом с друг другом не фигурируют. На карте Баплана, которые, говорится, карты были нарисованы не позже 1648 года, так в 1648 году Баплан уехал с Украины, становится ясным, что, скорее всего, Любомир был в другом месте. А если учесть, что я уже говорил, что Ставище Белосожковской старосты было не одно, об этом мы видим из иллюстраций, было Ставище, которое однозначно по документам видно, что существовало на реке Каменка. Вот, не так уж далеко от Трелис, не так уж далеко от Мазепинец. Кстати, опять же, Мазепинец, это было вотчина Мазепы. И как раз из некоторых источников мы знаем, что село Пасечное или Слобода Пасечная, ну, в общем, населенный пункт Пасечное, в 1574 году был передан одному из предков Мазепы. Но при этом мы из других источников также можем узнать, хотя бы из той же иллюстрации 1622 года, о том, что Любомир и Пасечная, а раз они, скорее всего, идут и они находились недалеко друг от друга, существовали рядом. То есть есть шанс того, что все-таки Любомир находился около другого Ставища. К тому же надо не забывать, что в те же года чуть дальше было Ставище, которое и на сегодняшний день существует, которое находится на трассе Житомир-Киев. Оно тоже существовало в начале 17 века. Все, что мы знаем из судебного дела, о том, что документы по Любомиру, причем там не сказано, что это Любомир,
говорится, городок, местечко, говорится, там город или еще что-то. Тем не менее, эти документы были направлены каким-то в ставище. Но в какое ставище направлено, опять же, мы не знаем. Поэтому, мне кажется, совещане в свое время не совсем правильно выбрали тактику ведения судебного дела, пытаясь сослаться на документы на Любомир. Конечно, на тот момент существовали, как говорится, переписи и принятия присяги 1154 года, где, как я уже говорил, есть войт, буртмистр, писарь и так далее. Надо было ссылаться... Судились они за вольные права. Да, судились они за вольные права, и именно вот эти, я считаю, документы давали основание считать, что они были вольными людьми. И о том, что впоследствии Броницкий получил их как крепостных, как мы знаем, крепостное право у нас существовало до 1861 года, и они обязаны были подчиняться всему тому, что говорится, тем законам, которые, ну, кроме общегосударственных, которые считал Броницкий, на него, говорится, отрабатывать те дни, когда считал Броницкий, или его ставленники, те же самые с экономического двора, управляющие и так далее и тому подобное. Поэтому не буду утверждать однозначно, был Любомир на этом месте или нет, но, по моему мнению, очень большие шансы, что его здесь не было. А был он где-то в другом месте. Так, якби ты был туристом, який объект, чи... Щоб тебе найбільше вразили на ставищі? Ну, кроме естественной красоты, которая на ставищенщине есть, которая, я считаю, достаточно своеобразной и неповторимой, конечно, есть и объекты и другие, которые интересуют туриста. Но кроме естественных памятников, которые поставлены разным людям, которых мы можем видеть и в парку, и на другой территории ставища, есть памятники естественные. Это здания и сооружения, которые надо приложить все возможные усилия, чтобы их сохранить, тем более, что их осталось реально не так много. Кроме больницы, которая охраняется государством, есть напротив достаточно старое польское здание, говорится, где у нас рентген на сегодняшний день находится, которое надо постараться, по крайней мере, хотя бы внешней частью сохранить. Там уже не может. Ну, может, уже и нету я, как говорится, товарищ не местный, казачок засланный, не все знаю. Это здание военкомата бывшего, которое Селищная Рада и Владимир Кашинский, глава ставища, слава богу, прилагает все возможные усилия тоже, говорится, для поиска и какого-то возможного решения по его сохранению. Столетний еврейский будет. Старый, да, старый, говорится, еврейский дом, который четко и ясно характеризует ту архитектурную постройку, которая шла по центральной улице. Об этом мы видим, можем видеть не только по этому дому, а и по некоторым, к сожалению, немногочисленным фотографиям на этой улице. Хорошо бы, конечно, сохранить небольшую церквушку, которая находится напротив базара, на которой на сегодняшний день у нас продаются комби-корма. Хотя было бы, наверное, более правильно все-таки в святом месте продавать, ну, хотя бы сделать церковную лавку, продавать, может быть, в базарные дни, может, какие-то другие, говорится, дни, вещи для прихожан, те же иконы, те же свечки, ну и другую, может, там церковную атрибутику, ну, в общем, все, что с этим, говорится, связано. Здание синагоги, одной единственной синагоги, которая нам известна сегодня день сохранившаяся, это общежитие второй школы. Ну, по крайней мере, хотя бы постараться его слишком сильно дальше не видоизменить. Понятно, что в советское время там тоже была пристройка, достройка сделана. Ну, было бы, может, неплохо сделать, там повесить какую-то хотя бы, может, табличку, что здесь раньше была синагога. Понятно, что синагогу там из нее вряд ли кто-то уже будет делать, хотя, в принципе, со временем исключать ничего нельзя. Времена меняются, слава богу. Некоторые вещи стали восстанавливаться, стараются привести, ну, как бы, хотя бы к надлежащему виду какому-то, чтобы хотя бы немножко сохраниться в памяти.
Также, конечно, есть вот достаточно старое здание, это здание музыкальной школы, или не музыкалки, или у нас, где статистика, да, здание статистики, наверное, тоже старое, да, где-то столетней давности хотя бы. Да, здание может не сильно, слишком чем-то примечательное, и с виду, и не особо, мы, может, даже знаем, что там могло находиться раньше. Ну, тем не менее, я думаю, что такой постройкой пренебрегать тоже, наверное, не стоит. Хотя бы сохранить его, ну, под что-то, говорится, что сделать, там вопрос уже, конечно, это не мой, это здесь будет общество решать этот вопрос, а также на уровне приниматься, наверное, селищной рады. Ну, торба было бы неплохо сохранить. С кем ты контактуешь, чтобы истории ставить? Ну, скажем так, готов вообще переписываться с кем-либо, не суть важно, лишь бы была информация, любая информация важна и интересна. Конечно, с Владимиром Перервой общаюсь, само собой, это, говорится, человек, который реально работает с архивами. Ну, здесь есть такой маленький нюанс, он правильно говорит, что у него в основном информация это 19 век, начало 20-го. То есть, к сожалению, например, более ранней информации с ним не поговорить. Ну, а так, с кем еще? Общение в профессиональном, таком более плотном варианте, кто бы мог бы, может быть, что-то сказать. Разумеется, контакты есть со всеми. Разумеется, общаюсь, говорится, с музеем. Вот, что нового, какие продвижения. Общаюсь с библиотекой, потому что есть некоторые материалы у них, которые бы стоило бы посмотреть, почитать. К сожалению, тоже еще не на все время хватает, говорится, не так всему руки доходят. Ну, в интернете иногда бывает общаюсь совершенно, говорится, сторонними людьми. А я кто знаю, что у Вайсберга? Про Ричарда Вайсберга. В свое время, когда вот вышли на американский сайт по Ставищу, Вивьен Линдерман один сайт, а второй это по Стрелка. Вышел. Линдерман свою библиотеку шел. Линдерман, я не знаю, но вот у сайт Ставище, говорится, да, Ставище это ее сайт, а у то, что вот Вайсберг и эта линия, то, что вот Ставищане были Пострелка, фамилия Пострелка, он так и называется там, Пострелка. Вот, вышел тогда вот на людей, я в этом плане спокойно, говорится, отношусь к новым контактам. Начали немного общаться. Единственная, конечно, проблема у меня с английским не самая замечательная вещь для более широкого общения. Но, тем не менее, они знали о том, что, говорится, в Раскишино вроде бы есть еврейское кладбище. Я съездил, сделал для них фотографии, сделал для них съемки. Они посмотрели, что кладбище немножко в ненадлежащем состоянии. В Америке на сегодняшний день проживает порядка 6000 выходцев ставищан. Ну, уже, разумеется, в разных поколениях. Уже, и, конечно, не те, кто отсюда выехал. В основном это евреи в большей части, по крайней мере, то, что касается именно Соединенных Штатов Америки. И они решили попробовать помочь кладбищу в Раскишино в плане его благоустройства. Ну вот, собрали деньги, были в Соединенных Штатах собраны деньги, были переданы обществу, через Ставищенское общество. Ну, Порхун каким-то образом, там не знаю, уже точно имел отношение, глава Раскишино, к этому делу, по крайней мере, в чем-то там помогал, делал тоже. В организационном плане. Вот. И после установки забора они приезжали сюда поставить памятную табличку на кладбище. Ну, а так как контактная часть проходила через меня, и приезжали они в августе, зная, что я в августе обычно приезжаю в Ставище, также на это мероприятие пригласили меня.
Ну вот здесь, говорится, по 12 серпня здесь, да? 16, наверное, будет, да. Наверное, в 15 году они, наверное, поставили забор как таковой, а в 16 они приезжали, да. Познакомился здесь с Ричардом Вайсбергом. Он является членом комиссии США по сохранению культурного наследия за рубежом. В определенных кругах достаточно известный правозащитник. В комиссию назначен лично президентом США, тогда еще Обамой. Николя Саркози награждал его орденом за заслуги. Не скажу, что сильно слишком с ним контактирую, больше, говорится, с его братом, с его сестрой общаюсь, он человек более занятый, поэтому так, говорится, иногда, когда сбрасываю информацию, ну там, говорит, кто-то здесь нашел, спасибо, не более чем, как говорится, так. Ну да, да, человек интересный был, здесь, говорит, Ставище, проехали с ним по Ставище, посмотрели кое-что, старые места, где раньше жили евреи, тогда по музею прошлись. Елена Беридзе показала. И фотки с ним є в книзі «Ставище спогадок євреїв». Да, да, да. Поставили, да, в книжке, чтобы, говорится, ну, осталось на память. Как говорится, не всегда такие люди такого уровня, говорится, к нам заезжают, поэтому память такая тоже, говорится, нужна. И найскладнейшее питание. Скажи поляница. Поляница? Будет неправильно. Что хотите от кацапа? Побажаем островищанам. Побажаем островищанам. Любите свой край, любите свое место. Я могу сказать, что, говорится, ваше место не есть чем сравнивать. Санкт-Петербург — город очень красивый, город очень интересный. В него туристы едут с удовольствием, но там кое-что сберегается, кое-что сохраняется. Тоже далеко не все. У вас то, что можно сохранить, по идее, не такое большое количество. Но это сохранение, конечно, оно важно. Важно для и нас, и важно для будущих поколений, которым что-то после нас останется. Конечно, нужно иметь, наверное, правильное отношение, в основном в своем, это детей учить, аккуратнее, бережливее относиться к своему краю, а не так, как вот мы прошли буквально в парке, уборка была 2 дня назад, ребята сами собрались, молодые, говорится, убрали, подобрали. Вчера был праздник, приходим, сегодня уже, конечно, далеко не везде и недалеко все так красиво. Чтобы развивать туризм, нужно понимать, что нужно иметь соответствующее отношение, говорится, и к внешнему облику. Хотелось бы, конечно, чтобы сохранялись и помнили людей, ставищан. И не только ставищан, и людей некоторых со Ставищенского края, чтобы помнили о Максиме Славянском, об Анжиевском, о том, чтобы, говорится, проводили в дальнейшем турниры шахматные имени Боголюбова. И также не забывали уже современных людей, чтобы поддерживали фестиваль Миколы Беденко. Потому что есть, скажем, люди, которые, ну, именно дают славу, бывшую, которая прошла уже слава, кто-то нынешнюю славу дает на сегодняшний день. И это все должно, говорится, поддерживаться, должно не забываться, не должно кануть, как говорится, в века. И это зависит именно от самих ставищан, от жителей Ставищенского района. Ты это сам забыл? Да, так. Баловство. Тематика 80-х.
от которых мы тоже не совсем ушли. Так, Ставище і Ставищенщина, це твій сайт. Максим Славінський і Ставищенський стайник.